Добрый день и добро пожаловать в Пензу на стадион Сура, где сегодня пройдет матч чемпионата молодежных команд. Локомотив принимает Московскую академию регби. Ваш комментатор на сегодня Антон Хализов. У нас все готово к началу этого матча. Это третья игра первого игрового дня. Два матча уже закончились. Первыми сыграли «Динамо» и «ВВА». В какой-то мере сенсационный, наверное, результат, учитывая, что никто не знал, чего ждать от «Динамо». Если мне память не изменяет, 37-28 выиграла Московская академия регби. А это вот, пожалуйста, атака великолепная. И Шаипкин первую попытку приземляет сейчас. Хорошая комбинация. Ну и скидка была от Савелия Слободкина. Баженов бьет реализацию. Мяч летит, по-моему, мимо. Нет, залетает, прошу прощения. Ошибаюсь. 7-0, Ян Баженов. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. Несомненно, поможет каналу это развиваться и расти, чего все мы вместе с вами хотим. А эта попытка должна быть Слободкина. Да, эта попытка будет. 12-0. Смотрим повтор атаки. Здесь Мочалин поймал. Передача. Здорово. Разыграли. И Слободкин приземляет на третью точку. Зачем же так мудрить? Баженов в итоге подбирает на Шаипкина. Шаипкин дальше, еще одна попытка. Ну вот как так в обороне играет пензенский «Локомотив»? А кто это у нас был? Сейчас посмотрим на номер, не вижу. Я, к сожалению, на Гладышев разговаривает с Бараном. Там, по-моему, ничего не было. Чистая попытка, мне показалось. Это шестой номер. Баженов бьет и забивает. 19-0. Хорошо, хорошо, на Слободкина внутрь, Савелий убегает, убежит ли от всех, но, судя по всему, он к этому близок. Да, 24-0, Савелий Слободкин, Пенза не захватывает, Слободкин дубль делает. Ну что, мяч остался? Остался. Это Райко. Дальше передача какая шикарная. Мочалин и попытка. Вадим Мочалин делает счет 29-0. Великолепная передача. Кто там такой пас-то сделал, находясь спиной вообще? Великолепный. Вадим Мочалин приземляет мяч за четки. Баженов будет пробивать реализацию. Ян разбегается и забивает. И первый тайм завершен. В общем, Москва едва не совершила свою шестую попытку в первом тайме, но не совершила. Начинает второй тайм под гудок «Локомотива», под гудок поезда. И вот я вижу, что Михаил Жуков появился. Пока не вижу номеров больше 15-го. Кураедов. А вот Ширяев вышел на Панферова. Это тоже игрок первой линии. Шаипкин. Еще одна попытка сейчас будет. Но, собственно говоря, что-то здесь комментировать, наверное, не надо. Москва продолжает Пензу разрывать. 40-я секунда второго тайма. Но великолепно поработали здесь все. И Ширяев, и Панферов, и поставивший точку Шаипкин. Хороший коридор. Кондрашкин. Мол. Давление Москвы идет, идет, идет. И кто это? Это Дороб Гулов. Повтор. Кондрашкин поймал, ну а Гулов приземлил. Но ошибается уже Мар. Это Пастернак. И это будет первая попытка «Локомотива». Дмитрий Пастернак, но он наиграл сегодня. Он молодец. Дмитрий Пастернак, 41-5. Мар привез себе эту попытку. Как не сохранили, непонятно. Но Пастернак молодец, воспользовался. Это ошибка, 41-5. Я думаю, за это игрокам Мар влетит от Сергея Лыско. Пенза атакует. Очень хотят занести свою вторую попытку. Николаев, Пичушкин. Передача. Ну, должна быть попытка, да. Продавили. Понятное дело, что преимущество 36 очков, которое было в начале второго тайма, дает возможность, скажем так, грубо говоря, покурить бамбук. Но что-то Мар совсем расслабился. Забивает Пичушкин. Шаипкин вбрасывает. Тут же начинается давление Мара. Шаипкин поднимает. Передача. Артеменко шире. Еще одна передача, и Некрасов кладет попытку. 46-12 становится счет. Ну что, Мар снова впереди во втором тайме. Было 12-10, стало
Ну что, Полетаев просто ваут выбивает. Да, все, матч завершен. 46-12. Марс первой победы. Сергей Борисович Лысков и весь тренерский штаб с пятью набранными очками. Все решили в первом тайме.